Мир Денсер. Сегодня, как мы обещали в прошлый раз, вас ждет настоящее компьютерное шоу. А именно, вы узнаете о продолжениях самых знаменитых игр. Но, к сожалению, в нашей передаче не будет рубрики Roll Sport. Очень жаль, но наша передача будет полностью посвящена компьютерным играм. Смоточина. Обзор. И все помнят такую гонку, как в Ирале. А если кто не помнит, то и не надо. Потому что появилось все равно в Ирале 2. Чего? Новое поколение гонок. Игра, поражающая своей реалистичностью. Все, от грязи до кубов пыли, летящих из-под колен. До видео и звуковых эффектов, позволяющих игроку с головой погрузиться в захватывающий водоворот чемпионата по ралли. Игра на класс выше того же Колина Макрея. Обогнав его по самому главному фактору. Управление и поведение на дороге, а это немало. В ралли 2 присутствует множество турниров. Тайм-трил, гонки на время, аркада, трофи и чемпионат. И все это зрелище происходит на 92 трассах по всему миру. Кстати, о трассах. Их здесь можно создавать в специальном эдит-режиме. Во время гонки машины, что, конечно, радует, повреждаются, переворачиваются, их заносят, бросают из стороны в сторону. В общем, полная реалистичность. Так что я всем посоветую поиграть в Rally 2. А, кстати, в игре есть маленький прикол. Ваше имя, какое бы там ни было, пишется вместо номера. Удачи на дорогах! Продолжали накапливаться со страшной скоростью. Сегодня вы узнаете об игре Gepalier 2. Но мы кое-что упустили за все. Первая часть была тоже очень хорошая, а вторая еще лучше. Ура! Ушли в подполье и периодически делают... Gepalier 2. Оружие правосудия. На русском языке. Игра является продолжением первой части. Опять придется играть за Слейтера. Но на этот раз дела обстоят намного хуже. Силы галактической полиции истощены, и каждый воин на вес золота. На улицах гигантских Мегасити назревает настоящая гражданская война, и скоро начнется настоящая резня. И только полиция остается верна закону. В игре существует целых 3 города, которые вам предстоит очистить от всей преступности. 5 различных видов транспорта, из них 2 бронированных самолета и бронированные автомобили. И около 30 миссий. В общем, игра очень интересная. И тем, кто играл в первую ее часть, она наверняка понравится. Хит-парад Мироденди. Сейчас вы узнаете 5 наших любимых игр. Пятое место. Драйвер. Первая в истории видеоигр свободная гонка по огромным городам. За это она нам и нравится. Четвертое место. Старый добрый Twisted Metal 2. Настоящий хаос на колесах. Оторваться невозможно. Третье место. Первый и единственный музыкальный редактор на Sony. Ну, музыка это по части Олега. Привет.
второе место. А вот в этой играем все вместе и до сих пор. Tekken 3. Что может быть лучше для фанатов крутых поединков? Смотри во все глаза, а ты узнаешь очень много меньше, чем за полчаса. И первое место. Final Fantasy 8. Английская версия. У меня просто нет слов, но они есть у Паши. Так что смотрите рубрику «Хит» и узнаете все об этом многомиллионном проекте. Что-нибудь вообще говорить? Я думаю, не нужно. Всего лишь три слова. Final Fantasy 8. Смотрите. Fantasy 8. Наконец-то этот хит перевели на английский язык. И теперь все, кто им владеет, могут насладиться прекрасным сюжетом игры. А ведь это неотъемлемая часть жанра RPG. Просто играешь и не можешь оторваться. Мучает извечный вопрос, что же будет дальше? Ведь начинаете игру вы простым кадетом в академии, а потом... Потом сдача экзамена, новое звание, первое боевое задание, первый провал, повышение, проблемы, любовь, предательство. И где-то в середине игры вас уже знают во всем мире и даже в космосе. Как говорится, а все так хорошо начиналось. В принципе, Final Fantasy VIII можно было поиграть только из-за одного сюжета и простить все остальное. Но в том-то и проблема, что все остальное не хуже самого сюжета. Одни заставки чего стоят? Да. Сквайр опять поражает воображение игрока и качеством, и количеством. Суммарно, все видеоставки составляют процентов 10 от всей игры. Процентов 40 составляет сюжет, и оставшиеся 50% чистого, непрерывного действия. Но обо всем по порядку. Начнем с огромного меню.
Чтобы разобраться в нем полностью в японской версии, мне пришлось потратить около 3 часов. Включив английское меню, я начал понимать, что очень многого не знаю. Чего здесь только нет. Нет, предметы. Guardian Force, сокращенно GF. Это такие гигантские монстры, подчиняющиеся вам. Чего только нельзя сделать в меню. Я даже не буду перечислять, времени не хватит. Особо хочется поговорить о GF. Такой красоты я еще никогда и нигде не видел. Особенно, когда они обрушивают чувство гигантскую мощь на противника. Всего в игре их 16. Тут есть Ифрит, Сирена, Левиафан, Диабло, Кактус, Бахамут и многие-многие другие. Но я думаю, что вы уже успели оценить это великолепие. Хочется отметить, что каждый GF получает опыт наравне с хозяином, увеличивает свою энергию, получает новые навыки, которыми потом можно будет воспользоваться. Самое интересное, что при получении нового уровня показатели вашего игрока, такие как сила, выносливость, скорость, дух и другие, не увеличиваются. Всего лишь слегка повышается уровень энергии, а другие показатели нужно повышать собственноручно с помощью магии, GF и Junction Ability. В общем, сами разберетесь. Еще изменилась система боев и магии, которую теперь нужно воровать у различных монстров, а затем использовать или поставить в какие-нибудь навыки. И еще одна приятная новость. За бои денег больше не дают. Напрашивается вопрос. А на что тогда отваливается в магазине? Ответ. На зарплату, на нее родимую. Она зависит от вашего ранга. И в общем, поверьте мне, все это всего лишь маленькая часть всех наворотов и нововведений в игре. А теперь я скажу все вышесказанное в 4 словах. 4 диска беспрерывного удовольствия. Мир Final Fantasy ждет вас. Нужно просто купить и поиграть. Программа «Мир Денди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10:30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Денди». Теперь традиционная рубрика Help, и сегодня по многочисленным вашим просьбам я повторяю секреты для игры Driver. Скажите, пожалуйста, какие секреты будут в следующей передаче? В следующей передаче я вам помогу играть в игру Final Fantasy VIII. Будет огромное количество информации, без которой эту игру пройти просто невозможно. Смотрите. Спасибо. Вводить в главном меню, затем активировать в меню кодов. Бессмертие. L2, L2, R2, R2, L2, R2. L2, L1, R2, R1, L2, L1, L1. Да, чем-то это напоминает мне Tomb Raider 3. Ну ничего, дальше поехали. Мини-машины. R1, R2, R1, R2, L1, L2, R1, R2, L1. R1, L2, L2, L2. Без полиции. L1, L2, R1, 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 R1. L2, L2, R1, R1, L1, L1, R2. Гиперруль. R1, 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 R2, L2, R1, R2, L2, L1, R2. R1, L2, L1. И гонка вверх ногами. R2, R2, R1,
L2, L1, R2, L2, L1, R2, R2, L2, R2, L1. Вот такой вот прикол. Ну вот, наша передача и подошла к концу. Нам очень грустно с вами расставаться, но ничего. Ровно через неделю мы вновь с вами встретимся. Вас ждет не менее крутое компьютерное шоу. Огромное количество новых игр, сюрпризов, секретов, викторин, всяких нововведений. В общем, смотрите!